Обсуждение проводится с целью формирования пятилетнего плана благоустройства городского округа Щелково для включения в муниципальную программу на 2020-2024 годы. В Щелкове определились с территориями, которые поборются за право быть благоустроенными в ближайшие 5 лет. Начиная со следующего года, список объектов сформировали на публичных обсуждениях в администрации городского округа. Свои предложения по обустройству мест притяжения жителей высказали специалисты отдела благоустройства, члены общественной палаты, представители объединений граждан. По итогам участники обсуждения сформировали протокол для Министерства благоустройства Московской области. В него включили 16 адресов. Прибрежную зону Щелково-7, Березовую рощу в Гребневе, берега Банного пруда во Фрянове и Севаша в Щелкове, 4 территории в Монине, улицы Совхозная в Огодневе, Пушкина в Щелкове, Орджоникидзе и Ватутина в Загорянском. В какой последовательности будут приводить в порядок территории, решат пользователи портала «Добродел». Голосование начнется не позднее 15 июня. На сегодня известен только один победитель – территория вдоль Чкаловского озера по улице Бахчеванжи. По итогам голосования 4 марта предложение поддержали почти 4000 пользователей «Добродела». Мы бы хотели узнать у жителей и у общественных организаций, какие территории бы они хотели бы видеть благоустроенными. И, соответственно, из этого составить 5-летний план на благоустройство. Из этих 15 территорий будет выбираться по результатам голосования, это «Добродел», те территории, которые будут выполнены в первую очередь. В зависимости от объема работы финансовых вложений в год возможно благоустроить не одну территорию, так что голосуйте. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».